Научная теория – это только упрощенная модель реального мира. Чем больше мы познаем действительность, тем ближе к ней становятся эти модели, по ходу сменяя друг друга. Самые первые физические законы, законы Ньютона, были предельно простыми. Простым казался и мир. Материальные тела двигались и взаимодействовали друг с другом по законам Ньютона на фоне пространства, которое исполняло роль простой сцены. Сцены, где каждая точка и каждое направление ничем не отличались от других. Говоря иными словами, пространство считалось однородным и изотропным. Бурное развитие науки в 20 веке привело к появлению знаменитой теории относительности Эйнштейна. Законы Ньютона продолжали существовать, но они стали всего лишь частным случаем этой новой теории. Конечно, вклад общей теории относительности в наше физическое миропонимание чрезвычайно велик. Прежде всего, общая теория относительности позволила объяснить ряд эффектов, которые имеют место в Солнечной системе. Это отклонение лучей света, не такое, как предсказывает ньютоновская теория. Второй эффект – это смещение перигелия Меркурия, то есть планеты, которые ближе всего к Солнцу. По Ньютону она должна вращаться по эллипсу, а оказывается, Меркурий вращается по розетке. Причем это было замечено еще в конце 19 века. Было неясно, почему это так, и только с созданием общей теории относительности стало ясно, что это связано с искривлением пространства-времени в окрестности Солнца. Но, может быть, самое интересное, что привлекает внимание к общей теории относительности, стоит в том, что эта физическая теория впервые позволила поставить вопрос и его решать о структуре и об эволюции Вселенной в целом. Пространство перестало играть роль пустой сцены. В соответствии с теорией Эйнштейна, материальные тела искривляют поверхность этой сцены, а само пространство оказывает непосредственное влияние на движение тел. Однако, несмотря на столь значительные изменения своей роли, пространство осталось изотропным и в рамках новой теории. Между тем, в целом ряде исследований наблюдались явные нарушения изотропии. Были найдены вещества, свойства которых по разным направлениям сильно отличались. Например, свет, проходя через кристалл, мог вести себя по-разному, в зависимости от направления луча. Однако это анизотропия среды. А может ли быть анизотропным само пространство? Мы живем на поверхности планеты, которая вращается вокруг своей оси. Из-за этого вращения в нашем пространстве имеется выделенное направление, которое явно отличается от всех остальных. Это направление совпадает с осью вращения Земли. Говоря другими словами, наше реальное пространство анизотропно. Сказывается ли эта анизотропия только на видимой смене дня и ночи, или все-таки влияет каким-то образом на физические процессы? Группа российских ученых из подмосковного города Пущино обнаружила эффект, названный ими феноменом макроскопической флуктуации. Более 55 лет назад Симон Элевич Шноль, следуя скорость протекания биологических реакций, заметил большой и неустранимый разброс результатов однотипных высокостандартизированных измерений. То есть брались одинаковые пробы одним и тем же методом, в одних и тех же условиях проводились последовательные измерения скорости какой-то реакции, совершенно одинаковые стандартные измерения, а результат получался каждый раз другой. Причем разброс этих результатов измерений, он явно превосходил ошибку собственного измерения. И попытка выяснить причину вот такого неустранимого разброса или флуктуации в результатах измерений и привела с течением времени к открытию феномена макроскопической флуктуации. Строя графики таких флуктуаций, так называемые гистограммы, и сравнивая их между собой, ученые пришли к выводу о наличии какой-то внешней причины феномена. Более того, оказалось,
что не имеет значения, какой именно случайный процесс исследовать – физический, химический или биологический – результат одинаков для всех. Феномен оказался универсальным. Стало это понятно после того, когда были проведены пространственно-разнесенные измерения. Впущено проводилось измерение скорости некоторой биохимической реакции, а в Москве измеряли скорость радиоактивного распада. И когда построили гистограммы по результатам измерений, пущенных в Москве, то эти гистограммы оказались очень похожими. То есть они практически совпадали. И этот результат, он был настолько ошеломляющий, что, наверное, где-то год эти работы практически не велись, но потом к ним постепенно вернулись и начали изучать этот феномен. И один из, может быть, первых, наиболее хорошо изученных результатов – это суточный период, который обнаруживается с помощью вот подобной техники в длинных рядах измерений флуктуации процессов различной природы. Флуктуации случайных процессов оказались схожими через интервал времени, равный в точности солнечным суткам. Более того, повышение точности измерений позволило выявить еще один период повторяемости гистограмм, в точности равный уже звездным суткам, то есть времени, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси относительно неподвижных звезд. За счет движения Земли вокруг Солнца этот период несколько отличается от солнечных суток. Если первый результат можно было попытаться объяснить неким воздействием неизвестной природы со стороны Солнца, то наличие периода, равного звездным суткам, оставляло всего два варианта. Либо влияние на случайные процессы со стороны ядра галактики, что очень маловероятно ввиду огромных расстояний до источника воздействия, либо влияние анизотропии самого пространства. О пространстве мы говорим именно потому, что измерительная система у нас максимально экранируется от каких-либо внешних воздействий. Сам объект, наш альфа-распад, он управляется сильными взаимодействиями и практически не зависит от каких-либо внешних колебаний, там, температуры, электромагнитных полей. И в силу еще универсальной природы, действительно, единственный фактор, который вот приходит на ум, это и изменение, собственно, пространства, времени. Последние сомнения развеяли эксперименты с пучками параллельных частиц, которые вылетали от источника в заданном направлении. Эта установка, она была направлена на полюс мира, ну, который как бы практически совпадает с полярной звездой. И когда были получены временные ряды и обработаны вот по нашей стандартной методике, оказалось, что суточный период исчез из этих временных рядов. Проведя измерения для самых разных направлений, ученые пришли к однозначному выводу. Речь может идти только об анизотропии пространства. Но это результаты исследований на Земле. А Земля далеко не вся Вселенная. А что же в космосе? Имеются так называемые спиральные галактики, они являются плоскими. То есть у них есть плоскость вращения и рукава, которые в этой плоскости расположены. И современные астрономические средства позволяют померить орбитальные скорости звезд. Поскольку звезда находится далеко от центра галактики и двигается с относительно небольшими скоростями, то тут вполне применима ньютонова физика. И для того, чтобы написать условия, например, движения по окружности звезды вокруг центра галактики, достаточно приравнять центростремительную силу МВ квадрат на R силе гравитационного притяжения со стороны галактики. Теория говорит, что квадраты этих скоростей должны обратно пропорционально зависеть от расстояния до центра галактики. Это обычный закон Ньютона, к которому сводится и теория Эйнштейна в своем пределе. Но мы этого не наблюдаем.
Таинственным образом получается, что вместо того, чтобы обращаться на бесконечности в ноль, эта скорость, этот квадрат скорости выходит на константу. И для каждой галактики свою. Более того, оказывается иногда, что к константе кривая подходит не сверху, как можно было бы предположить в надежде на поправку, а просто снизу. То есть растет. Скорость растет с удалением от центра. Что не лезет ни в какие ворота с точки зрения современной теории. Является действительно странным. Столь вопиющее расхождение теории с реальностью требовало что-то срочно менять. Ведь спиральных галактик во Вселенной очень много. И все они ведут себя подобным странным образом, отказываясь подчиняться и Ньютону, и Эйнштейну. Но потребность – это одно, а в реальности часто бывает иначе. На самом-то деле люди неохотно отказываются от сложившихся стереотипов научных подходов для решения конкретных задач. И естественно, зачем, как говорится, выдумывать какого-то крокодила в виде новых математических конструкций? Не проще ли предположить, что мы на самом деле видим лишь часть притягивающей материи? Путь, который предложен был для того, чтобы справиться с этой проблематикой, состоит в том, что решили, что какая-то есть невидимая масса, темная материя, так называемая. Эта темная материя, согласно расчетам, должна быть в 4 раза больше, чем видимая материя. Кроме того, объем этой материи, радиус такого сферического распределения, должен 4-5 раз превосходить радиус галактики. А характеристики этого распределения темной материи невозможно предсказать по одной светимости. Для того, чтобы знать, как устроена, как распределена черная темная материя, мы должны промерить кривые вращения. Это указывает на то, что понятие не самосогласованно введено в теорию. Именно потому, что мы не можем по светимости указать ее характеристики, а должны промерять кривые вращения и каждый раз выстраивать свою. Проблемы темной материи. Вот я бы сравнил ее с той проблемой, которая возникла где-то в последней трети 19 века. Это проблема, которую в свое время Томпсон вот примерно так описал, что на чистом небосклоне науки, физической науки, существует два небольших облачка. Первое облачко – это необъяснимость с точки зрения эфирной теории экспериментов Майкельсона-Морли. Потом из этого облачка, как известно, выросла теория относительности. Второе облачко – это то, что связано с различием экспериментальных результатов и теории, описывающей тепловое излучение, которое идет от всех нагретых тел. Из этого облачка в итоге выросла квантовая механика. Вот темная материя – это, видимо, то есть не сама темная материя, а эксперименты, которые не укладываются и которые не имеют объяснения, они, видимо, являются вот тем облачком, которое сейчас возникло. Проблема темной материи усугубляется ныне и тем, что ранее послужило укреплению теории Эйнштейна и легло в основу модели расширяющейся Вселенной. Речь идет об эффекте Хаббла. Из теории относительности следует, что излучение от быстро удаляющихся объектов смещается в красную область спектра, и чем быстрее объект удаляется от нас, тем больше такое красное смещение. Это так называемый эффект Доплера. Измеряя красное смещение удаленных объектов, Хаббл обнаружил, что чем дальше находится космический объект, тем быстрее он удаляется от нас. Это привело к заключению о том, что Вселенная не стационарна, а испытывает расширение, что в свою очередь легло в основу широко известной гипотезы Большого Взрыва, с которого началась жизнь нашей Вселенной. Хаббл в своих измерениях пришел к выводу, что между расстоянием до объекта и скоростью его удаления имеет место простая линейная связь, и отношение этих двух величин получило название постоянной Хаббла. Однако дальнейшие, более точные наблюдения преподнесли сюрприз. Оказалось, что постоянная Хаббла вовсе не постоянна. И чтобы согласовать этот факт с принятой моделью, пришлось заговорить о том, что Вселенная расширяется с ускорением. Измерения, связанные с так называемыми сверхновыми типа 1А, показывают, что
Вселенная на настоящем этапе своего развития расширяется с ускорением. И откуда же взять силу, которая будет расталкивать эти массы? Ну и началось. Модифицируя уровни состояния, введя понятие так называемой темной энергии, сейчас многие пытаются объяснить вот это вот ускоренное разбегание далеких миров. Говорят про какую-то квинтэссенцию, говорят про энергию вакуума. Энергия гигантская. Энергия, которая связана с расталкиванием Вселенной, если принять во внимание, какую массу имеет эта Вселенная, она чудовищная. Она превосходит наблюдаемую массу Вселенной, если энергия с массой эквивалентна по законам, которые теория относительности утверждает. Мы опять имеем разницу там 3-4 раза, 5. А где она, эта энергия, отталкивает? Из 100% получается такой баланс. 70% на темную энергию, 26% на темную материю, и только 4% остается для наблюдаемой материи. Что же получается, что мы объясняем наш мир, и то, что мы можем объяснить, можем понять, составляет 4%, а 96% – это то, что мы понять не можем. Это, вообще-то говоря, уже ситуация весьма-весьма, так сказать, неприемлемая, я считаю, для большинства физиков. Но и на этом проблемы теории относительности не закончились. Известен такой блестящий совершенно ее результат науки теории относительности общей, как гравитационные линзы. Мы широко пользуемся представлениями о них, мы их наблюдаем. Это ситуация, когда имеются какие-то скопления массивных объектов, например, скопления галактик. И это скопление масс, лучи света, которые идут от объектов, удаленных дальше, чем это скопление масс, отклоняют своим гравитационным полем. Это приводит к тому, что появляется несколько изображений, точно так же, как появляется несколько изображений в обычной оптической линзе, когда мы наводим ее там, на источник света и можем получить его изображение в отклоненном виде. Так вот, это наблюдается. Это предсказывается теорией относительности, это наблюдается. Но фокус в том, что эффект примерно в 5-6 раз больше, чем он должен быть. 5-6 раз – это не 15%. Ну, наконец, есть вообще такой закон, который называется закон Талли-Фишера. Это два астронома, которые его обнаружили, который не укладывается, ну, то есть его не знают, как получить из уравнений теории относительности или каких-нибудь других. Это о том, что светимость галактики прямо пропорциональна четвертой степени орбитальной скорости движения звезд. Светимость галактики связана, может быть, с чем? Ну, с количеством звезд, с их массой, может быть, с радиусом галактики. А откуда взялась четвертая степень скорости? Странно, что это вообще заметили. Ну вот они заметили, молодцы. И этому места нет в теории пока что. Так что на космологическом масштабе у теории относительности имеются совершенно реальные проблемы. Это совершенно не значит, что она неверна. Вообще-то говоря, в этом месте мы допускаем физически, так сказать, может быть, недозволенный прием. То есть ту теорию, которая проверена в одной области, а именно в области в Солнечной системе, в окрестности Солнца, мы распространяем выводы этой теории на Вселенную в целом. Несмотря на то, что мы используем недозволенный прием, то есть переносим данные из одной области в другую, мы обязаны, вообще должны это сделать, этот прием. Потому что, не распространив выводы общей теории относительности, так сказать, как можно дальше вширь, мы никогда не сможем понять, не сможем найти отклонение и понять, на каком масштабе, в каких пределах общая теория относительности начинает, так сказать, давать сбой. Современная физика плохо описывает устройство нашего мира. Есть довольно четкие данные, что даже закон всемирного тяготения Ньютона не работает на масштабе там, нескольких килопарсек, то есть на масштабе примерно расстояния от Солнца до центра галактики. Если там не работает теория Ньютона всемирного тяготения, то там тем более не работает теория Эйнштейна, которая является просто логическим продолжением теории Ньютона. То есть похоже, что когда мы смотрим вот на те же спиральные ветви галактик, которые, кстати, мы не понимаем, потому что до сих пор непонятно, почему вот у некоторых галактик возникают такие красивые спиральные узоры, да, то возникает ощущение, что мы не понимаем что-то существенного в устройстве природы. Современная физика находится в состоянии довольно серьезного идейного кризиса. И, в общем, кризис – это дело хорошее, потому что если есть кризис, это означает, что
впереди выдвижение каких-то новых глубоких идей. Вот. Но кризис, надо сказать, несколько затянулся, уже несколько десятилетий продолжается. И, в общем-то, судя уже по этой глубине, результат этого кризиса будут какие-то совершенно новые, нетривиальные идеи, которых мы сейчас еще не вполне понимаем. Встали, значит, перед физиками две возможности открылись. Либо мы будем стараться ввести какие-то факторы, чтобы работать в согласии с общей теорией относительности и с ньютоновской теорией. Или считать, что вот эти открывшиеся новые данные как раз те свидетельства того, что общая теория относительности, которой мы пользуемся, что она начинает давать сбои, что нужно переходить к каким-то более общим теориям, которые, так сказать, в состоянии согласовать эти наблюдения с какими-то новыми теоретическими построениями. Один из вариантов преодоления сложившегося кризиса – пересмотреть взгляд на уже, казалось бы, очевидные и незыблемые законы физики, попробовать их скорректировать или даже изменить. Мах впервые поставил вопрос, что не существует движения относительно какой-то умозрительно фиксированного абсолютного пространства. На самом деле абсолютное пространство формируется телами, окружающими нас. И тела распределены неравномерно. Фактически, ускоряя тело, мы его ускоряем относительно внешней материи, которая, вообще говоря, неравномерно распределена вокруг ускоряемого тела и как-то движется относительно него. И далеко не очевидно, что, действуя одной и той же силой, например, в сторону большой массы или в сторону малой массы, мы получим одно и то же ускорение данного тела. С формально-математической точки зрения это означает, что вектор ускорения, которое приобретает тело под действием силы, не совпадает, вообще говоря, с направлением действующей силы, ускоряющей. Возникает соблазн изменить закон гравитации плоскости галактики для того, чтобы удовлетворить наблюдаемым результатом. Однако получается, что даже если мы это делаем, плоскости галактики, мы меняем закон гравитации, подгоняем науку под теорию, под наблюдение, то оказывается, что так называемые глобулярные кластеры и другие объекты, которые движутся в галактике и не принадлежат ее плоскости при этом, ведут себя совершенно обычным образом. Они подчиняются обычному закону Ньютона-Эйнштейна-Шварцшильда, кого хотите. Глобулярные кластеры – это такие скопления звезд, которые похожи на сферу, на шар. Туда входит много звезд, но они представляют собой компактное образование, кластер. И вот этот кластер, он как отдельное тело, принадлежа галактике, не движется в ее плоскости. Он может под разными углами перемещаться по отношению к ее центру. То есть, вот, например, в нашей галактике, которая, к счастью, тоже плоская и спиральная, и мы можем все проблемы, которые наблюдаем вдалеке, пощупать на нашей собственной галактике, известно больше, по-моему, больше 120 глобулярных кластеров, и под 30 промерены параметры движения. Оказывается, что кластеры должны находиться, большую часть времени проводить из статистических соображений, должны проводить в удаленных частях своей орбиты, там немедленнее всего будут двигаться. Но таинственным образом они все оказываются тут неподалеку. И это тоже парадокс, который непонятно как объяснить с точки зрения существующей теории. Потому что теория ведет к тому, что они должны быть не там, где они есть. Тогда получается, что закон, который мы должны придумать, модификация, которую мы должны ввести, она различная по разным направлениям. Говоря другими словами, для объяснения имеющихся эмпирических данных в закон гравитации необходимо ввести анизотропию на галактических масштабах. Пытаясь справиться с этими проблемами, общественность научная, естественно, должна была работать с какими-то формальными структурами, которые присущи теории относительности. И такой формальной структурой является так называемый интеграл действия, это математическое выражение, которое содержит в себе некоторые величины. В него входит сама величина, называемая скаляр, скалярная кривизна. И, кроме того, в него входит некоторая тоже математическая функция, математический объект, который характеризует так называемую кривизну пространства-времени. И дело в том, что все попытки модифицировать теорию, формализм теории, сводятся как к настоящему времени к попытке изменения скаляра, вот этой величины, которая помимо кривизны стоит под интегралом, из которой впоследствии получаются все уравнения. И не получается. Или лучше сказать, получается неудовлетворительно, потому что ничто не мешает провернуть эту процедуру, но результат, который получается, недостаточно хорош.
В нем либо нет нужных деталей, либо то, что хотят описать с его помощью, не описывается, либо описывается, но по дороге были сделаны совершенно волюнтаристские предположения, которые ниоткуда не следуют. Поскольку не удалось справиться с изменениями этого интеграла действия путем изменения скаляра, возникла другая мысль. Она возникла в связи с тем, что там стоит еще ведь одна величина, которая называется метрика, которая описывает кривизну. И эта метрика, вообще-то говоря, зависит от точки пространства, в которой рассматривается происходящее событие. Мы собираемся описывать галактики плоские, с ними у нас проблемы. А плоские галактики, они отчетливо имеют выделенное направление, то ось их вращения. Это раз. Во-вторых, принцип эквивалентности говорит нам о том, что мы не имеем возможности экспериментально различить инертную и гравитационную массу. Иными словами, в примере про лифт Эйнштейна, который сам Эйнштейн и придумал, находясь в замкнутом помещении и выполняя опыты, там, какие-нибудь, роняя шарики или качая маятники или что-нибудь там еще делая, мы не сможем узнать, двигаемся ли мы с прямолинейным ускорением там, g 9,8, или стоим ли мы на поверхности Земли в гравитационном поле. Если мы ставим такую аксиому, как сделал Эйнштейн, что мы не умеем различать инертную силу от силы гравитации, то мы должны вспомнить, что имеются силы инерции, которые зависят от скорости. К примеру, это силы Кориолиса. Силы Кориолиса отклоняют тела от прямолинейного движения, если эти тела находятся в ускоренной, неинерциальной, например, вращающейся в случае силы Кориолиса, системе координат. То есть, иными словами, Эйнштейну нравилось кататься в лифте, а я бы предложил прокатиться на карусели. Крутнем эту карусель и будем внутри постигать действительность, ронять шарики, катать пули, там, не знаю, что хотим. Мы с удивлением заметим, что они движутся не прямолинейно, они будут отклоняться. И, между прочим, сила этого, величина этого отклонения будет зависеть от того, какую скорость мы сообщим этим движущимся телам. И вот мы будем замечать, что у нас тут имеют место силы, зависящие от скоростей. Мы можем предположить, что это эквивалентно некоторому фиктивному мыслимому полю гравитационному. Сила гравитации будет зависеть от скорости. Значит, звучит для нас это довольно дико, потому что у нас на Земле это не так. Закон гравитации, как он получен, связан с тем, что нашлись планеты в Солнечной системе, за которыми там Тихо Браги и Йоган Кеплер наблюдали, а Ньютон потом все это обобщил в своих наблюдениях, получился у него закон гравитации единица на r квадрат. А если бы этого ничего не было, мы бы жили одни-одинешеньки около Солнца, а про гравитацию узнавали, наблюдая за вращением галактик, мы неизбежно пришли бы к тому выводу, что скорость может влиять. Все это означает следующее. Вот та функция, про которую я все время вспоминаю в процессе всех этих обсуждений, вся эта метрика, которая в настоящее время является так называемой Риммановой, зависит только от координат, вообще-то говоря, может зависеть и от скорости, то есть от некоторых векторов, то есть от направлений. Такого сорта обстоятельства исследовались, но, с одной стороны, недостаточно. В области физики они исследовались, а с другой стороны, в области математики там имеется целый большой раздел, который называется Кинслерова геометрия, где все эти вещи исследованы достаточно подробно, но физическая общественность очень не любит слышать это слово, потому что не видит оснований для введения каких-то там анизотропных поправок в свою науку. Между тем, оказывается, что если взять такую метрику, взять такую функцию, взять ее в том виде, в котором мы привыкли, и добавить к ней маленькую поправочку, маленькую, но которая будет зависеть вот от этих самых скоростей или, что же самое, от направлений. А потом провернуть весь формализм, то оказывается, что можно объяснить и кривые вращения, получается константа, и закон Талли-Фишера. Получается, что он имеет место просто в связи с тем, что так выбрана метрика пространства. Пространство стало анизотропным. В разные точки оно стало иметь кривизну, зависящую от скорости движения. Какой такой скорости движения? Какого такого вектора? Хороший вопрос. Можно обсудить его. Что там такое движется? Ха, а что кривится в кривизне? В теории Эйнштейна это выглядит так. Имеются некие массы, которые искривляют пространство-время. А теперь мы учитываем движение этих масс. Вот какие-то, так сказать, стрелочки возникают в каждой точке искривленного пространства, дополнительно, связанные с движением этих масс. И тогда оказывается, что если мы в эту точку теперь поместим движущуюся массу, то результат воздействия на нее
Ее поведение в этом искривленном пространстве времени, кривизна которого зависит еще от направления, то тогда получается, что то, что там имеется на выходе, как раз и совпадает с кривыми вращения с одной стороны, стали пишут с другой стороны. Вся гравитация Эйнштейна на месте. Потому что все, что касается точечных масс, планетных систем, звезд, никудашеньки не делось. Все эффекты общей теории относительности присутствуют. А то, что появляется новое, касается космологических масштабов, которые другие масштабы, для которых теория Эйнштейна в том виде, в котором мы ее знаем, не подходит, потому что она не дает наблюдаемых результатов. Сотрудники Пучинской радиообсерватории начали экспериментальную проверку следствий из предложенного решения проблемы спиральных галактик. Предварительные результаты обнадеживают. Некоторые особенности излучения космических мазеров совпадают с тем, что предсказывает теория. Однако она не дает ответов на целый ряд вопросов, которые стоят сейчас перед физиками. Перед наукой стоит не одна загадка, вот в виде, например, аномального поведения вращательных кривых спиральных галактик, а ряд других проблем. Например, специфические особенности анизотропии реликтового излучения трехградусного, которое заполняет Вселенную. Реликтовое излучение было обнаружено достаточно давно. В рамках гипотезы Большого взрыва оно является непосредственным свидетелем того момента, когда в ходе эволюции Вселенной излучение и вещество отделились друг от друга. С тех пор это излучение так и продолжает заполнять нашу Вселенную, постепенно остывая по мере ее расширения. Довольно продолжительное время реликтовое излучение считалось полностью изотропным, что соответствовало и принятой модели Вселенной, равномерно расширяющейся во все стороны. Однако с повышением точности измерений в реликтовом излучении обнаружились явные отклонения от изотропного распределения по небесному своду. Ныне установлено, что картина распределения реликтового излучения имеет довольно сложную структуру. Попытки связать некоторые особенности этой структуры только с неравномерным распределением материи в ранней Вселенной оказываются неэффективными, поскольку совершенно непонятно, какие физические процессы могли вызвать подобные неоднородности. Более того, в распределении реликтового излучения обнаружились столь странные закономерности, что средства массовой информации заговорили даже о какой-то мировой оси зла. И ныне объяснение особенностей анизотропии реликтового излучения считается одной из важнейших задач не только космологии, но и всего естествознания. Строятся разные модели, показывающие это реликтовое излучение в виде разных геометрических фигур. На сегодняшний день общепризнанного подхода нету. Но если удастся установить, что анизотропия реликтового излучения, что она описывается геометрическими фигурами, и если удастся это экспериментально надежно установить, то очень резко уменьшится количество теорий, которые могут описывать реальную Вселенную. В зависимости от того, что это будет за геометрические фигуры, можно уже будет говорить о том, как устроена Вселенная в макроскопическом смысле. Не в смысле там, вокруг нашей Земли или в нашей галактике, а именно как Вселенная целиком. С развитием средств наблюдения выяснилось, что и в процессе разбегания от нас удаленных объектов вовсе нет равноправности по разным направлениям. И это тоже может быть непосредственно связано с глобальной анизотропией пространства в нашей Вселенной. С момента самого открытия эффекта, который носит теперь название эффекта Хаббла, то есть разбегание далеких космологических объектов, прежде всего галактик, была подспудная уверенность, что все галактики разбегаются в разных направлениях от каждого из наблюдателей внутри такой Вселенной одинаково во всех направлениях. То есть это изотропия представлений о расширении Вселенной. Однако относительно недавно этот факт решили проверить группа астрофизиков и построила карту величины скорости разбегания, например, на одинаковом расстоянии находящихся галактик в разных направлениях. Выясняется, что галактики удаляются от нашей Солнечной системы
с разными скоростями. Примерно 15-13% разница по разным направлениям. При этом, если построить экстремумы и минимумы, и максимумы таких вот отклонений, то оказывается, что получается минимум 2 экстремума положительных, то есть максимум, и 2 отрицательных, 2 минимума. То есть это квадрупольное распределение параметра Хаббла на небосводе. Аналогичная картина обнаружилось и при наблюдениях самых удаленных от нас космических объектов – квазаров. В работе нашего соотечественника Олега Титова, который сейчас работает в Австралийской обсерватории, было показано, что окружные собственные движения квазаров, которые очень маленькие, но на протяжении большого количества времени достаточно четко регистрируются, дают такую карту поведения квазаров на небосводе, что можно обнаружить согласованность в их поведении. Казалось бы, они должны двигаться случайно, как броуновское движение. Однако выявляется закономерность. И в этой закономерности прежде всего проявляется квадруполь. Причем этот квадруполь очень хорошо ложится на карту квадрупольной анизотропии параметра Хаббла. Примерно там же находится максимум, примерно там же находится минимум. Вполне возможно, что это не случайность, тем более, что квазары находятся на расстояниях миллиарда световых лет, а карта анизотропии параметра Хаббла была построена для ближней зоны. Но они совпадают. Уже мало кто сомневается в том, что строение Вселенной в целом и ее эволюция определяется непосредственно тем, как она устроена на самом глубоком уровне. Макрокосмос неразрывно связан с микромиром. А на этом уровне у физики также обнаруживаются серьезные проблемы. Вот теория суперструн – это сейчас мейнстрим физики, это ее наиболее, так сказать, передовой фронт физики. Она дает 10 в сотой степени, там даже 10 в тысячной степени разных типов миров. И получается, что теория суперструн описывает все, что угодно, любой мир, какой хотите. Получается, что бессмысленно задать вопрос, почему наш мир устроен так, а не иначе. Потому что единственный ответ, на который на это можно дать, теория суперструн, это только то, что наш мир, так исторически сложилось, что у нас такой мир, а мог быть какой фактически угодно другой. Самая простая аналогия. Бессмысленно спрашивать с точки зрения физики, почему там остров Мадагаскар имеет такую форму и такой размер. Мог иметь какой угодно форму и размер. Общим является для всех островов и континентов только законы физической географии. Вот с точки зрения теории суперструн, именно такая ситуация в Вселенной. То есть бессмысленно спрашивать, почему наша Вселенная такая, а не другая. Мы попали вот в данный там остров, в данные географические условия. У нас такая Вселенная. А вообще Вселенная может сколько угодно, с какими угодно свойствами. Это, конечно, внешне красивая точка зрения, но реально это означает полную капитуляцию. То есть мы отказались от того, чтобы понять мир. Потому что мы не можем теперь спрашивать, почему наш мир такой, а не другой. Ответ будет, бессмысленно спрашивать, он мог быть каким угодно. И в этой ситуации возникает вопрос, как быть. То есть где путеводная нить? Как нам найти путеводную нить, чтобы понять, почему наша Вселенная такова, а не другая? Ясно, что простая корректировка одного-двух физических законов вряд ли решит все накопившиеся проблемы. Тут нужен какой-то иной путь.